Отремонтировать более 1500 километров дорог. Такую задачу перед главами муниципалитетов в начале сезона поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работы начались, и уже можно отчитаться о первых результатах. Мы особые усилия должны направить на приведение в порядок дорожно-транспортной сети, плюс тротуары, которые также являются незаменимыми и важными в жизни каждого человека. Сегодня в Одинцовском округе продолжается ямочный ремонт на муниципальных дорогах, дворовых территориях и общественных пространствах. Глава муниципалитета Андрей Иванов держит этот вопрос на личном контроле. Для нас важно, чтобы эти работы доставляли, с одной стороны, как можно меньше неудобств жителями, проводились в срок, качественно, и на то у нас есть и опыт, и компетенции, и соответствующие проверяющие нашу работу лаборатории и структуры. Программу ремонта сформировали по итогам обследования. При этом учитывали интенсивность движения и заторов в часы пик, а также расположение социальных объектов. Сейчас основные работы на дорогах ведутся так называемыми «большими картами», что причиняет водителям минимальные неудобства. Завершить их планируют до 1 июля. Качество дорог, естественно, и центральная дорога, Можайское шоссе, улучшилось. Есть места, где даже перекладывают по гарантии. Полностью по всем улицам Трехгорки идет ямочный ремонт большим объемом. Потом переходят они в Одинцово. Проверяли эстакаду нашу, которая, она же разделена на 2 года. В том году одну сторону сделали и в этом году другую сторону. К концу месяца обещают уже дорогу открыть. Особое внимание уделяется пожеланиям горожан. В этом году протяженность дорог, за обновление которых проголосовали местные жители на портале Добродел, составила около 32 тысяч квадратных метров. Отремонтировать их планируется до 1 сентября. Еще одна актуальная тема – нанесение дорожной разметки износостойким материалом. На сегодняшний день сформировано не менее 6 бригад ручных, которые наносят у нас разметку. Это пешеходные переходы, искусственные дорожные неровности и так далее. Там дублирующие стрелки и все остальное, все, что касаемо холодного пластика. Работает на территории Одинцовского округа уличной дорожной сети не менее 2 комплексов с нанесением разметки термопластиком. Все работы по разметке на территории округа завершатся не позднее 15 августа. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».